Привет, с вами Лига Мюзикварс. Сегодня у нас видео необычное, это вырезки с нашего стрима. Я проводил два стрима, в общем, где раздавал випки за первые занятые места. То есть первый раз я делал за 5 мест, а второй раз я делал вообще 2 экспедиции, ребята, по 10 випок. Ну, выдавал очень много. Спасибо администрации Мюзикварс за предоставленные рубины, чтобы можно было сделать такую акцию. Но тут радость была совершенно в другом. Я, конечно, в первый раз, ладно, там было прикольно, можно было сказать, ожидаемо. Но во второй раз люди просто убили вообще всех, оставив только, ну, там, человек 12. Причем в чате начался вой: да вы сейчас из-за своей жадности там посольете. Это все неправильно. Ну а самое прикольное то, что скоро нас ждет еще одна такая же экспедиция. Скорее всего, она будет в конце января. Ну, здесь показал более-менее адекватные сочные вырезки с этого момента. Ну, а что я могу сказать моим, короче, игрокам и подписчикам? Знаете, какие вы жадные? Вот я даже не представлял, что вы прям настолько прям все жадные. Надо хотя бы иногда, но у вас есть випки, блин, ну там до 2020-го, там 21-го года, 25-го. Ну дайте каким-нибудь мелким, пусть они возьмут. Да не, шучу. Я точно знаю, что те, которые приходят за призами ко мне на стрим, то 100% они забирают то, что хотят. Это я уже понял. А те, кто как бы, ну, не хочет и вкладываться не хочет, то, соответственно, они ничего получить и не могут. Ну ладно, я тут не сильно напряжно, так оставлю еще задним фоном, хотя бы так, ради смеха, чтобы посмотрели. Ну а жадность прям, ну, очень зашкаливает, прям огонь жадность.